Привет, привет всем, друзья мои. Сегодня мы идем голосовать. Я тоже участвую в голосовании. Мы идем, и наш избирательный участок, это вот это вот здание бывшей школы. Я тоже голосую, и я голосую уже с 2015 года. 5 лет после того, как получила гражданство. Диме Франко, где сучасы? Да, макина? Перфект, он мне показывает машину. Тебе нравится, говорит, эта машина или нет? Ну, конечно, нравится. Что же она мне нравится-то не будет? Он выбирает машину. И вот мы проголосовали, и я хотела показать, как это в Италии, что у нас на руках есть. У нас есть у каждого тессера или торали, вот такая. Личные данные я все закрыла, номер, личные данные оставила, лишь вот написано «Любовь, имя мое». Вот такая в виде книжечки, она открывается, и там дата, и когда было голосование с круглой печатью. Вот то, что я хотела вам показать. На этом я заканчиваю мое маленькое видео. Не хочу вас сильно утомлять. И говорю вам пока. Пока. До встречи, друзья мои. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Пока.